наступлением отопительного периода и понижением окружающей температуры возникает актуальность контроля содержания угарного газа в частных жилых домах, где используется печное отопление. На рынке в продаже имеется большой выбор датчиков угарного газа. Для обзора мы выбрали сегодня с вами датчик из средней ценовой категории. Давайте его посмотрим. Что же здесь находится? Давайте вскроем коробку и посмотрим. В коробке имеется датчик угарного газа, а также инструкция по эксплуатации. Как мы видим, датчик состоит из базы, которая крепится к строительным конструкциям с помощью двух отверстий, и самого датчика. Датчик работает от трех батарей типа АА. Давайте ставим, посмотрим, как он работает. Здесь у нас имеются два индикатора, красный, который сигнализирует об тревоге, а также зеленый, и кнопка Тест. При срабатывании датчика мы слышим звуковой сигнал, а также у нас имеется экран, на котором указывается концентрация угарного газа. Нам известно то, что предельная концентрация, в которой может находиться человек, составляет 30 ppm, 30 промилле. Вот здесь видите, показывает 0,00. Следует отметить, что датчик не используется для обнаружения пожара, а также для обнаружения утечки природного или сжиженного углеводородного газа. Следует отметить, что датчик устанавливается в тех помещениях, где пребывают люди. Нам известно, что в основном происходит отравление угарным газом в ночное время, когда люди спят и не чувствуют. Рекомендуем вам устанавливать эти датчики в спальных помещениях и в местах, где установлены ваши печи.